большое уделяем внимание именно отрасли животноводства. Мы с каждым годом практически запускаем по одному крупному инвестиционному проекту. Мы буквально в прошлом году, если вы помните, запустили инвестиционный проект. Это «Агронептун», крупный животноводческий комплекс. Позапрошлым году мы запустили новый животноводческий комплекс именно КФХ «Возрождение» в Чудаклинском районе. И сегодня мы даем старт компании «Новая жизнь». Это новый животноводческий комплекс на 520 голов КРС молочного направления. Ну и хочу сказать, что в целом по Ульяновской области у нас с каждым годом и вот в этом году достаточно большое количество животноводческих комплексов, которые прошли модернизацию, усовершенствование технологии, приобрели новое технологическое оборудование, закупили высокопродуктивный скот. И благодаря вот этой концепции нашей по улучшению качества продуктивности, соответственно, молочного направления КРС, мы имеем снова внушительные показатели, которые на сегодняшний день говорят сами за себя. Ну, во-первых, у нас уже буквально за вот эти 8 месяцев, которые мы с вами наблюдаем, рост молока во всех хозяйствах составил 3,5% по аналогичному периоду прошлого года. У нас буквально по мясу КРС, соответственно, рост составил порядка 4,5%. Ну и в целом хочу сказать, что касается именно поголовья коров, у нас в этом году также значительно увеличился.